Всем привет, ребят. Шашлычный рай. Ну, я вам говорил, что я сюда вернусь. И вот и вернулся. Пойдемте посмотрим, что здесь подают. Здесь, кстати, шашлычный рай славится как раз шашлыком. Сразу вам говорю. Тут есть овощи, грибочки, а креветки... Девочка прям запала на креветки. Девочка говорит, что рыба жирная. Но креветки выглядят, ну, очень так вот, очень даже хорошо. Красивенько так. О, слышите? Такси «Апрель» 2700. Настоятельно рекомендую, всегда я вам всем овощи, не только ешьте мясо, ешьте еще и овощи. Причем вот что, баклажанчики, всякие кабачки и креветки. Самое полезное. Но шею, конечно же, тоже надо с рыбой, надо. Я пришел несколько пораньше, ох, а тут прям шашлычный рай, в прямом смысле этого слова, смотрите, какая красота. А? Это все шея, мне это нельзя, куропатки, картофель, рыба, все ждет вас уже. Шея, 130 ребра, 100 рублей, баранина, не знаю, курица, курятина, 100 рублей, овощи запеченные, 70 рублей, аджап сандал, 150 штука, салат свежий, 100 рублей, шампиньоны, 100 рублей, картофель, 35. В общем, вот такая вот ценовая политика. Рядом, как всегда, рыба. Ну, рыба меня сейчас меньше интересует. Мне понравился шашлык. Ребят, ну есть я уже не могу, честное слово. Я еще обязательно сюда вернусь, может быть, попозже, когда буду голодный сильно. Когда уже сыт, уже как-то на шашлык даже смотрится так. Красиво, нравится, но есть-то не хочется. Яна, мне не больно! Это что она сказала? Или мне показалось? Ну, как сказать. Да. Напоминаю, где находится. Знаете же, да? Да. На перекрестке Победы и улицы Белинского. Вот когда в следующий раз будете меня спрашивать, где самый вкусный шашлык, я вас буду отправлять сюда. Но еще есть у меня в уме, я помню про шашлычную «Счастливую». И туда тоже зайдем обязательно, ребят, посмотрим. Так что вот так. Добро пожаловать в шашлычный рай. А я потопал дальше. Скоро уже вечерний эфир. Я специально пришел сюда попозже, потому как с утра людей-то поменьше. Показать. Готовят поменьше, соответственно. О, волк пришел на ужин. Все, всем пока. Побежал дальше. Иди сюда. Свежие куропатки. Дичь, Федя, дичь. Все, ребят, всем пока. Побежал я. Ух ты, какие у него глаза действительно. Ладно, всем говорю, до свидания, я побежал.